началу туристического сезона в национальном аэропорту появится точка реализации карты гостя Минска. Интерес к сотрудничеству проявляют и другие учреждения, в том числе в районах. Сегодня карты можно купить в инфоточках на железнодорожном вокзале и в Верхнем городе, информационном турцентре Минск, а также онлайн. К проекту «Карта гостя» подключились музеи, гостиницы, объекты питания и торговые сети.